Аккуратно, Ульяна, аккуратно. Знаешь, вот каждый раз, зачем ты вот так вот накаляешь ситуацию? Прыгать нужно ограниченное количество раз, поэтому, блин. А вот тут как ты, а вот тут как? А что у Ланы там не получалось? Там проблема. Где, вот тут? Да. Тут нет проблем никаких. Ну, привет, и сегодня мы с ребятами снова не будем прыгать. Ну, вернее, мы, может быть, и будем хотеть, но нам не позволят. Ну, вернее, вот нам позволит некоторое количество раз, но не очень часто. В общем, да. Да. Так, а сколько у меня? А, о, 6 прыжков. Так, все, я готова. Тут раз. Просто, тут очень просто. Тут просто не ошибаешься, ну, и все. Вот я ошибся. Действительно, блин. Вообще так можно сказать о чем угодно. Просто не ошибаешься и выигрываешь игру. Вот, конечно. Это да. О, блин! Я опять стала это делать, эту штуку странную, когда ты просто берешь и нажимаешь на пробел, когда ты не должен нажимать на пробел, но я все равно прошла. Ладно. Смотри, там написано: привет, не туда идешь. Было бы обидно, кстати, там оказаться. Слушайте, а я вот сейчас поняла, что мы с вами оказались уже так далеко, что дальше только какие-то суперсложные уровни. Да. Ну, Лен, ты мало уверена, того, что мы здесь пройдем? Мама. Я не знаю. Я не знаю. Нет! А вы что, серьезно? У меня был еще один прыжок, но я почему-то его не использовала. Я вообще прыжки не использую, если честно. Ну, там можно и не использовать, только главное так пройти в начале уголок. Главное не умереть. У меня смотри, получилось. Тут тоже, по-моему, просто. Ой, зачем я прыгнул? Ошибка. Кстати, да. Это была ошибка, кстати. Все. Я по инерции, блин. А-а-а, я тоже. Ульян. Смотрите, вот она ошибка. Вот я же говорила, у меня ужасная привычка. О, как! А чё? Просто идешь пешком, чё привычка-то? Ты чё? Я только хотела пожаловаться, что я постоянно прыгаю зачем-то, когда не нужно это делать. И поэтому трачу свои прыжки. А я оказалась еще жива. Это приятно, приятный ага. сюрприз. О, о, о. Слушайте, я думала, будет сложнее. Надо мне прекращать разговаривать, когда я могу упасть. Давайте я буду приходить на чекпоинт и потом говорить все свои мысли. Потому что иначе как-то давай. Я каждый раз умираю, когда я говорю что-то хорошее. Все. Я буду говорить ну, все легко, только... Нет, тут пока просто. Тут пока реально просто. Ну да. А, вы уже дальше прошли? Да. Вы обалдели, что ли? Ну и мы говорим, короче. Что просто. А тут просто вообще да. ползти можно. Ползешь и ползешь. А вот тут уже нет. О, тут шифтом можно. Все, отлично. Меня так бесит, вы знаете, меня так бесит прям, что Ульяна не использует шифт. Я прям да иногда потому, говорю, что я умираю типа, реально, ты без шифта раз. Играешь. Нет, ну я шифтом прикиньте, играю. Человек, когда... человек в Роблоксе уже сколько лет? Вы вообще пока. Обалдеть. Нет, ну нельзя же постоянно играть с шифтом. Не знаю. Можно. Да, вот шифтом получилось. Ой-ой-ой. Не получилось. Увы, не вышло. Что бывает, ну как там я... У меня, я хочу напомнить, все еще есть бесплатный скип. Блин. Ну я умру там, да? А почему я не допрыгиваю? Да, ручки мои, ручки длинные, у меня ручки. Прыжочка. Давайте shift выключу, что ли. Да что ж такое-то? А как вы там допрыгиваете? Вы как там допрыгиваете? Я уже никак не допрыгиваю, я даже тут да, не допрыгиваю. Блин. Я первый раз смогла, а потом все. Хочется я плюс все один ближе прыжок, и ближе к тому, конечно. Чтобы, ну вот, ну все. Все, Ульян, не пройдешь, нет. Не пройдешь, а если потратил. Нет, прыгну, нет, блин. Нет, там не сможешь. Ладно. Нет, я просто, я в любом случае буду пытаться допрыгнуть, если у меня будет ноль прыжков, потому что я хочу проверить, как это сделать. Может быть, я найду какой-то лайфхак. Так. Вот как ты сейчас сколько это стоит сделала? Плюс один вот. Прыжок? 29 робоксов. Нет, спасибо. Вот, знаете, у меня, может быть, и 29 робоксов стоит тоже прыжок, но зато бесплатный скип. А, да? Бесплатный скип. Да, есть. Я сохранила его. Давайте с разбега попробуем. Уи! Да ну, пожалуйста! Я реально не допрыгиваю. Как это вообще работает? А сколько у нас всего уровней? 100? Вероятно. Я не выживу. Я не хочу. Я на 71-м уже. Все, пока. А вот этот ты как 70-й прошел? Легко. Блин.
Легко. Представляете, та самая ситуация, которую я боялась. Я допрыгнула, но у меня осталось 2 прыжка. Да. Ладно. Ну все, так, и оп. Ура! Я допрыгнула! Так, отлично. Главное, только от радости не прыгай. Не ошибиться. Блин. О, все хорошо. Нормально, вот теперь, конечно... Я бы с удовольствием прыгнула от радости, но у меня там не было прыжков уже к тому времени. Блин. Блин. Спокойно. Спокойно. А это что? А это как? Там не надо было прыгать. Ладно, здесь сложновастенько пошло. А вот так как? Ульян, куда? Ладно, я сюда пробую. Нет, подожди, ты там не пройдешь, наверное? Тебе же тут кнопку... Да, не пройду, там надо было сначала включить. Ага. Но у меня больше прыжков нет. А я допрыгну? Пожалуйста! Спасибо! У-ху! Отлично. А я... Это что? Congratulations! Ты, в общем, крутой. Ты лучше, чем обычный плеер. Ой, спасибо большое. Так приятно, да. Это новый уровень. Это уровень интенс. Вот, розовенький. Ну так, должно быть сложно. Так, куда мне вот сюда? Да как это так? О, нормально. Только я могу не успеть. Давайте с левой стороны попробуем. Во, с левой получилось. Ладно. Вы знаете, я со времен Тавара ненавидела стенки свечашки. Блин, я сделала глупость. Я опять использую прыжки. Да не нужно использовать прыжки. Ну вот опять. Ну вот у меня и нет прыжков. Ха, нормально. Да господи. Как тут пройти? Если бы у нас был счетчик, сколько раз мы умираем, я, наверное, была бы рекордсменом. Кто знает, кто знает. Потому что я просто подходила к этой светяшке и просто умирала. Прям вплотную зачем-то. Не, мне нравится эта игра, она классная на самом-то деле. Нет, она прикольно сделана, мне тоже нравится. Авица! Такой челлендж небольшой себе ставишь. Вот что, как это? И вот она не в тупую сложная, типа, знаете? Ну да. Вот, она не мерзко сложная, когда, типа, тебе приходится там всякие эти гличи юзать. И вот это все прочее. А просто надо просто, типа, ну, да, рассчитать. Такая... Да. Играть. Блин. Умом. Ну вот опять, где я потеряла свой прыжок? Я не могу сейчас. У меня 2 прыжка. И как раз таки там нужно было 2 прыжка. А там, кажется, где-то прям проходится. Просто пешочком в каком-то месте. Как раз в тайминг ты сказала. Я здесь пешочком. И у меня тоже. Причем в тайминг. Мега в тайминг. Ай, тут можно... Вы посмотрите. Неплохо. Я уже 2 прыжка как минимум сохранила. Главное тут не умереть. Только как они раз вот... 2, которые мне нужны. Да, только они так и считали, что ты должна их сохранить. Мне вот тоже кажется иногда, ой, я такая хитренькая, я тут схитрила, а по факту оказывается, что это единственный способ прохождения, и ничего я там не схитрила. Ага. Ну, кстати, не знаю, я вот вспоминаю, Ёша говорил, что он сохранял по 4 прыжка, и я как бы... Ну, это там тут... было пару раз. Да, возможно, он в более простых уровнях. Возможно. Да это невозможно! Почему я умираю? Да, все, пока. Так, какой уровень? Давай, я приду, помогу. Не надо, я тут сама справлюсь, я только к нему пришла. Да ну блин. Если мне кто-нибудь заметит руки мои, то, конечно, да, это хорошая помощь. А так, ну как бы, не знаю. А, ты тут стеночки? Ой, нет. Вот тут вот. Я проходила их. Вот тут вот я взяла и соскользнула. У-ху, отлично. О, видишь, какая ты молодец. Я знаю. Да, спасибо. Приятно. Вот сюда. Да что там ж такое? Это нормально. У меня тоже не с первого раза получается. А я не знаю, это вот эти вот прыжки, которые на грани. Ты вот прям еле-еле допрыгиваешь. Уже до надо меня... цепляться прям. Да, мне очень не нравится. Чем главное цепляться? Вот непонятно. Ладно, с краешка. Да как? Там надо... Но здесь тоже ровненько. Здесь нет проблем в конце. А ты использовал shift? Секреточка там небольшая есть, я подожду. В смысле, я всегда шифтом играю. Ясно. Мне почему-то всегда казалось, что когда я использую shift, я не такая цепкая. Мои руки не такие цепкие. Вот, поэтому я иногда выключаю shift, и у меня получается проходить. Ульян. Чего?
Сейчас пакость какую-то когда скажет. Ты в обе не используешь shift, в мире грустит один котенок. Блин, я плачет шипала. Прям. Фу ты, блин, я думала, каламбур будет. Нет, прям плачет, прям котенок. Я уже думала, где маленький я сплоховала, такой, знаешь, такой каламбур. Маленький, знаешь, тебя. как два соуса. Ой, вот все, этих пока. Вот, поняла, вот этих вот, которые там, ну, сырный там с картошечкой берешь где-нибудь в маке каком-нибудь. Вот, и чё, вот кетчуп обижается? Соуса. Вот котик размером с два соуса. Вот так. А, котик такой маленький. Такой маленький, он плачет из-за того, что ты без шифта играешь. Знаешь, я, если честно, во-первых, я сейчас играю шифтом, а сейчас я настолько сосредоточена, что я как будто бы не обращаю внимания на такие душещипательные истории. В смысле? Так, секундочку, а тут же невозможно. Там возможно, вот туда, вот направо. Направо, направо. Да, кто-нибудь! Это невозможно. Демон. Блин, что? Выходишь, у меня есть фрискип. Опять? Да. У меня тоже есть фрискип. Вы чё? Ну почему я? Ну, ребят, ну почему легкий, я? Легкий, легкий. Слушай, ты. Я? Да, ты. Ты, именно ты. Блин, я не допрыгиваю тут, я не понимаю. Откуда там прыгать? Это кошмар какой-то. Я уже с краешку. Вот отсюда, вот отсюда, вот. Вот носик этот, вот куда. Смотри, мне, короче, вот... там прикол в том. Блин. О. А, нет? Нет. Почти, но нет. Рассказывай мне приколы. Я жду. Сейчас. Да я хочу показать тебе, чтоб наглядно. Смотри. Да. Короче, следишь? Следи. Я слежу. Сейчас. Короче, я лично, вот когда только наступаю на краешек этот, тогда прыгаю. Ну, блин, я просто не видел нифига. Сейчас я вернусь. То есть ты. Блин, с... нафига я прыгаю? Разбега, да? Да-да-да, я... Блин, ну я нос уже себе счесала в этом месте. О, я вот сейчас вот смог. Смог. Или туман. Туман. Ладно, кажется, мы уже так шутили. Ну что, ну что? Слушай, а боком интересно? А, Ульян, боком еще проще. О, получилось мне и не боком. Так, внимательно, внимательно, Ульян. Один прыжок сюда. А, сюда. Да просто вперед. Что, подожди. Один сюда, обычный. Обычный. Это развернуться... Вот. А вот обычный. Теперь. Вот здесь, смотри, вот так вот. Аккуратный. Сейчас, подожди, я уйду отсюда. Давай, аккуратный. Молодцом. И здесь стандартный таверовский. Давай. Делай, делай, делай. Смотри, дальше. У меня ноль прыжков. Да. Все правильно, смотри. Вот так сюда идешь. Теперь смотри. Сейчас подойди. Давай, просто вперед. Так. Теперь смотри. Вот сюда аккуратно падаешь. Аккуратно, Ульяна, аккуратно. Знаешь, вот каждый раз, зачем ты вот так вот накаляешь ситуацию? Мне это сейчас не нравится. Давай я помогу, сейчас помогу. Нормально. Так, смотри, нажимаем и ползем наверх. Нажимаем и ползем наверх. Приползли наверх, пришли к кошке Лане. Приползи наверх. Здравствуйте. А я скипнула. А потом просто вперед. Ой-ой, фу-фу-фу, с кем мы общаемся? Фу-фу-фу. Что, а я не расслышала, Лана что-то сказала? Она скипнула, Ульян. Ты скипнула. Да. Ты представляешь, она скипнула? Я не осуждаю. Не осуждаю. В смысле? Нет, зачем? Вообще нет. Да я вы будете понимаю, прыгать абсолютно. Сегодня или где? Тут не прыгается. Мы это и делаем. Вообще-то тут и говорят, что прыгать нужно ограниченное количество раз, поэтому... Блин. А вот тут как ты? А вот тут как? Давай, Ульян, сначала. Заново. Заново поехали. Заново. Сейчас все получится. Главное что? Главное вера в себя. Правильно, ребят? Так, да. Опа-на, отлично. Так. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, это было близко. Да, я знаю. За малым дело было. Слушай, ты, иди давай. Да чего? Ульян, я сейчас чуть не стал маленьким котенком в два соуса. Так вот будешь меня обижать? В два соуса. Это как фамилия звучит уже. Ну, если соединить. Да, давай, иди уже сюда. Да иду я прыгаю. Мне пока разрешено. Аккуратно, там светяшка. Да, ага. Я вижу. Вот тут не прыгай, пешочком. 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 А как тут? Оп, сюда. Я вот что-то не поняла дальше. Оп. Я как-нибудь... Это что такое? Как будто бы бензопила. Так, ладно, ты опять обзываешься, правильно понимаю? Я нет. Ничего.
Или я что-то не понял? Немножечко просто, знаешь, немножечко меня напрягает, когда ты вот проходишь, и я падаю, и ты потом недоволен сильно. Да я не недоволен, я вот, грущу. И это поэтому, наверное, вот... Стоп. Стоп. Я вижу, что вот сюда, стоп. Вперед. Я, ну, у меня глаза есть! Я немножечко... Так. Здесь психую. Все так, просто. Все нормально. Все, я а что у Ланы там не получалось? Там проблема. Она там... Где, вот тут? Да. Тут нет проблем никаких. Где вот тут и падает. Это было эпично. Блин, ты как лошадка посмеялась. Стой, не прыгай! Блин, я прыгнула. Я не видела, что там. Ну все, умирай, ты не пройдешь. Умирай. Ты не пройдешь. А что ты мне говоришь, что делать? О, все, извините, пожалуйста. Я понял. Ладно, ладно. А все? А как? А, тут же, блин, еще обойти. Я думала эту опрыгивать. Вот да, это... О, как ты не допрыгнула? Да, блин, ну как? Это ты... Это ты на меня так? Да я смотрел, как ты там, ну как? А, да. Да ты туда же! Ну вы чё, нервы мои на сроке проверяете? Знаете, Ёша реально тренер. Ёша тренер. Я не понимаю. Он прям переживает вместе с нами. Даже больше, чем мы, мне кажется. Ой, всё, сделала лишний прыжочек. О, вначале можно было не делать прыжочек. Что? Вначале можно было просто пройти. Пройти. Фух, ребят, но это было долго. Мы там буксовали. Почему-то... Чуть-чуть вперед только пройти. Да. Чуть-чуть вперед чуть-чуть пройти. Вперед? А мне кажется, я. Ну ладно. Давай, вперед, прыгай. О. Молодцом. Блин, мне нравится тренер Ёши. Осторожно, осторожно. Так, стоп, пока не прыгаем, пока не прыгаем. Вот здесь осторожно. Один косяк, и все. Одна ошибка, и ты ошибся. Потому что мне в прошлый раз там не нравилось, вон там вот. Смотри, смотри, Ульян. Не-не-не, смотри, Ульян, смотри. Смотри за мной, смотри. Подходишь так, что упираешься головой. Немножко с шифтом вот так вот макушка подходишь так, чтобы голова, чтобы голова уже выползала за эту штуку. Вот чуть-чуть выползает. И все, можно прыгать, но я умер, нафиг. Ну слушайте, ну ко мне претензий нет. Я сделала все так же, как тренер. И он упал, и я. Поэтому, в принципе, ну неплохо. У тебя есть прескип? Прескип есть? Есть прескип? Указание. Да, есть. Нажала? А что-то он не работает. Опа, значит, не три. Нет. Skip stage. А все, да. Тогда нажала просто. Все, я здесь. Здесь вообще сложно, это я еще не прошел. А зачем тогда мы использовали, ну, Ульяна использовала его там, а не тут, чтобы сразу достигнуть. А если я могла там пройти? Ульян, нифига ты. А ты с прыжками или без тут? Молодец. Я все с прыжками здесь делаю. Вот тут, кстати, можно без прыжка, наверное, да, Ульян? Да, ты правильно, мне кажется, ты вообще крутись сейчас. Смотри, осторожно, там, видишь? Там. Блин. Извините. А хватит ли тут прыжков? Немножко. Да, хватило бы прыжков. Да, то есть прыгать везде можно? Снисходящее идет. Но мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Ну куда ты прыгаешь? Ну что ты делаешь? Все, я не, все, не получилось. Слушайте, да, я считаю, что ну вот там уже почти новый стейдж, все, новый есть уровень. О, ты скипнул. А меня осуждал. Пока-пока. Нет, никого не осуждаем ни в коем случае. Вот так, да. Привет! Эй, вы там! Слушайте, мы прошли только 20 уровней, да, там, или 15, сколько там? 20? Ну, в общем, неважно. Ну, мало мы уровней прошли, потому что здесь увеличивается сложность. Да. Соответственно, это повод прийти сюда еще раз, вот, если вам понравится это видео. А на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока! Пока! Пока!